Ну что, действительно, очень решительно прошел катон. Я думаю, все оценили качество работы. Все оценили, что работы были действительно очень-очень близки друг к другу. Уже была реально сложная ситуация. Нам повезло, на самом деле, что за счет того, что несколько сценариев было, что первое, второе, третье место так, сразу определились. Например, я очень по этому поводу снял, что сразу получится. Ну, по очкам получилось. Должен сказать, что там очень-очень маленькие разрывы, так что все работы были очень... То есть, да, если говорить, что первые три места, они, конечно, сразу определились, нужно понимать, что, тем не менее, и отрыв между этими тремя местами, и отрыв между остальными, они вот буквально минимальны. То есть, работы были хорошие у всех, браво, очень хорошие. Итак, я думаю, пора начать. Хочу пригласить Антона Шабаева, замдиректора департамента, помочь нам вручить тоже одно из мест. И сейчас у нас будет награждение за третье место. Команда состоит из двух человек. Это команда Cardiacare. Проектом замечательным по логической игре. Прошу.
Спасибо, да, это вот именно то, что нам хочется. Да. Спасибо, так. И, значит, какие еще важные моменты? Ребят, ну, первый момент. Хакатон, ну, как формально, хакатон заканчивается, фактически он продолжается. Потому что впереди, я надеюсь, у всех публикация в Tizen Store, участие в конкурсе Tizen Up Challenge. Ну и кроме того, наше день рождения тоже еще не заканчивается. На самом деле у нас еще есть две номинации, так что некая интрига сохраняется. Первую номинацию, я думаю, мы позовем сейчас еще одного члена жюри, Александра, вручить. И это за проект, который наиболее следовал, скажем так, стилю, духу Tizen. Ну да, то есть правильно сказать, это проект, который с одной стороны закончен, с другой стороны, вот именно то воплощение интерфейса Tizen, которое ну, хочется видеть во многих других приложениях. Ну что же, мы очень рады, что приз вот в этой номинации, специальной номинации, получает Виталий Ляпин. Надеюсь, что
мы тут своим небольшим визитом как-то смогли немножко популяризовать Тайзон среди вас. Спасибо за участие. Я буду краток, просто больше верьте в себя. У вас на самом деле сил больше, чем, чем на самом деле есть. Просто смелей, дерзайте и идите уже домой. Последнее слово закрытия дадим хозяевам. В действительности мне приятно было слышать, что подавляющее большинство победителей — это сотрудники эти парка. Вот, так что все остальные имейте в виду. Ну что ж, действительно суббота, пора домой, пора отдохнуть.